Всем привет! Сегодня у нас очередной легкий салатик. Лето, тепло, ну, по крайней мере, у меня тепло. Вот, так что пойдемте, покажу вам ингредиенты. Итак, сегодняшний салатец. Как всегда, это отварная грудка, которая у меня есть. Из-за того, что мои любят бульон, они любят отварную грудку. Салат Романа. Один огурец. Банка кукурузы. Чуть-чуть соли. И душистое масло. Поехали готовить. Мы помыли примерно 5 листов нашего салата. Отрежем корешки, они нам не нужны. И теперь нарубим салат. Можно порвать руками. Я предпочитаю ножом. Собрали. И отправили в миску. 5 листьев салата больших. Добавляем 5 ложек сладкой кукурузы, консервированной. Нарежем один крупный огурец. И добавим его туда же. Нарежем куриную грудку. Кубиками, 1,5 на 1,5. Вот наша грудка. И она идет туда же, в салат. Щепотка соли и пару ложек душистого масла. Ну и понятное дело, перемешаем все это. Вот наш супердиетический салат готов. Ну и вот наш душистый летний салатик. Такой у меня посудин получился. Вот. От него великолепный запах. Всем приятного аппетита. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь.